Всем-всем здравствуйте. Хвостики, особенно маленькие, любят веревочку какую-нибудь перетягивать друг у друга. Купила вот такие штучки в фикс прайс. Ну, слушайте, резина плотная. 6 штук в комплекте. Так они там и называются, вроде бы, тянучки какие-то в детском отделе. То есть быстро прям разорвать не должны. Сейчас попробую, да? Ой, тетя так плачет, типа, что это показала и игрушки не даешь. На двоих одну. Вот и перетягивайте. Вот эти малыши особенно любят перетягивать друг у друга. Да, с двух концов. Ай, ты соболь утащил. Фишка, на, миленькая. На, вот, фей, понес. Рычит оно, чудо маленькое. Соболь, а тебе немного будет? Ты уже одну утащил игрушку. Ну, слушайте, заинтересовала их. Малыши заинтересовала, да? А, эти, да, ты тоже мощная зверюга. Ну, Фиюшка, вот телек-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик, понеслась я в нору. Ну, это, конечно, больше вот для щеночка. Вот они друг от друга будут таскать. Вот ты гордая клевушка побежала. Ну, вот так вот перетягивать будете, да, друг у друга? Ой, какой сильный зверь. Понес, потащил какой. Ой. Смешнючки маленькие. Ну, резинка такая, вроде бы и мягкая, но и плотная. Ты тоже решил поиграть, да? Ать. Тирик-тик-тик. Эти глазики какие на видео у тебя красные. А эти бегут малыши дальше забирать. Что это все вам, а? Какие вы жадюшки маленькие. Ой, какая она смешнючая маленькая Клео, да? Вот она звезда такая. Таскает, серьезно. Ой, пока я говорила, уже соболь утащил, да? Уже соболь утащил. 3 штуки соболь утащил, и фея 2. И клёпи 1. Ну, похоже, пришлись по душе маленьким игрушки, да? Маленьким хвостатиком. Играйтесь, озоруйте, да? Ты пришел еще смотреть, что утащить? Ух ты, какой утаскатель. Утаскатель-потаскатель. Зяденька маленький, зяденька, да? Все тебе. Вот еще одна штука. Идите, клепочка, держи, клепочка. А то он опять все утащит. Да, вот вместе. А, Ляля, ты говоришь, делиться надо, да? Правильно, Лялюшка, правильно. Вот такие новые игрушки. А мы всех целуем, обнимаем и много радости вам желаем.